В этом году в 16 школах Карелии отремонтируют спортзалы и закупят новый инвентарь. К ремонту уже приступили в сартовальских школах номер 4 и 6, а также в пиндужской школе номер 1. Работы пройдут в рамках нацпроекта образования. 28 карельских учителей получат премии по 100 тысяч рублей за каждый 100-бальный результат своего ученика на ЕГЭ. Это педагоги из Петрозаводска, Косомукши, Кондопожского, Медвежегорского, Лахденпохского, Кемского районов и Сегежского округа. Школьник из Ангарска Иркутской области посвятил свою учебную работу уполномоченному по правам человека в Карелии Ларисе Бойченко. За свой труд мальчик получит грамоту. Кинорежиссер из Петрозаводска Иван Кульнев готовится к съемкам герметичного триллера. По сюжету в ограниченном пространстве окажутся запертыми 9 человек. Большую часть фильма снимут в Перми.